что, начинаем тогда потихоньку. Коли это скончилось, это уже другая справа. И тогда уже я мог вольно нечто робить. А так, ну, те часы просто у меня была майстерня, например, вот у бомбы Шцковища. 5 лет я вот там працавал. Только узкому колу своих сябров я показывал ты вот працы. Это была, как бы, цем бы и галерея, это была и майстерня, вот это было и что-то. Там у подвалах там, вот, сколько у меня было майстерни, я уже не помню, 5-6 там. В башнях вокзальных, вот у меня есть это самое некий твор, там назвы его мифологемы Тетчеводи, вот я адлюстровал этой башни. Цікаво было назирать Менск, вот такие шмат там людей некие, этой самой машины, вот движутся. Это так само надавало певную такие вот ритмику у моих полотна. После нескольких выставок заважили на Заходе. Меня сразу запросили. Спочатку это у Нидерландах великая выстава буйная была. Ну, дали великие залы. Вось, было тяжко туди ще привезти. Думав, як я привезу ось на подрамниках. Де мені пораїли, а тут сказали, що я би скрутив. Ну, я скрутив ось так, думаю, ну, нічого доброго не буде. Скрутив, привез, все розмонтував, і оказалося все нормальне. Великая пресса была. После этого меня весь час запрошали. На протягу 5 лет я завсюду был у Нидерландов. Потом меня запросили у Франции. Во Франции я был. Так само где-то 3-4 года там, и в Париже там працавал, там все ладил, некие выставы. Но потом, коли я забачил Берлин, Берлин меня одразу прибавил, и он вельми нагадывает Минск. Вот в чем справа. Тут сюди приїжджаєш, так ніякого такого ось великого відличия тут не бачиш. І тому вельми приємно, ти себе так ось відчуваєш доволі комфортно. Перший проект «Дах» возник у 2001 году. Его заорганизовали наши соотечественники, это Олесь Таранович и Игорь Ермаков. И они показали широкому колу глядачов у Берлине мастерство белорусчины. Это вельми было в тот час, это было вельми великая подея. Выставился двумя працами великими. И после этого я отримал запрошение, по-перше, на 1 год одразу. А потом уже так отримывался, что я каждый год, тут познакомившись со всеми мастаками, со всеми кировцами этого Кунстхауза Тахелес, и каждый год я мал такую махчимость приезжать сюда. В уголе стал Кунстхауз Тахелес, как дом творчества. Мова мастака – это, по-перше, картины, так само его – это выставы. Житё – это выставы, только выставы, больше ничего. Мастацтво, оно и робится для того, как была бы на вось, этой мове, мастацкой мове, цейхунген по-немецку, то есть взаимосвязь вот с этими, ну, с людьми. А иначе, да, роби, ну, дома всё, ну, всё выдатно. Это будет на этом уровне. Ну і після вже по історії відбувся Дах-9, який відбувся знову в Мінську.
Я не сподівався, що так отримається, що стільки людей буде кожен день приходити і буде глядіти. Это такий фест інтернаціональний отримався з неким таким енергетичним, мощним посилом. Тахелес – это легендарное такое збудование, легендарное место. Он існує уже около 15-17 год. Это место, где находятся мастаки, музыки, литераторы, театральные деячи. Причем они из всего света сюда приходят, приезжают, они дают некие свои импрезы, дают свои выставы. Это место, оно одразу начало функционировать после падения Берлинской стены. Der Luftangriff auf zwei Viertel-Tank-Lkw in Nordafghanistan mit bis zu 142 Toten steht weiter in der Diskussion. Offenbar wurde der deutsche Oberst Klein, der den Angriff anforderte, in Kunduz von einer geheimen Taskforce beraten. Dieser Gruppe sollen auch Soldaten der deutschen Elite, eine Halt KSK, angehört haben, über deren Mandat in Afghanistan nicht viel bekannt ist. Тому ось тут мені, звісно, пощастило, що я 10 років веду таку ось розмову з усім світом. Це нечто невероятне. Я просто, для мене це до сих пор, я кожен раз приїжджаю сюди, для мене кожен раз це нечто таке невідоме. То, що я можу розмовляти з австралійцем, ось він приїхав, абориген там некий, чи з Мельбурна, це такий ось вже сучасний чоловік. Мы разговариваем, и они видят, и подходят до меня с такими очами, там, потискают и руки, там, и набывают, там, и... Ну, это самое. Девчины, так ты вогули, там, некоторые, там, слезы, там. Тут меня вот именно подстегивает некая энергетика, очень мощная берлинская энергетика, ни с чем не поравнальная. Тут такая суперечливая история, но мы ведаем. И вот все это, и вот той великий поток неких глядачов, то и что каждый день меня начинаются расспрашивать, что за белорусщина, что где это Минск, что вот он там, это самое, когда глядят вот на мои творы, просто говорят, да мы обовязково мы поедем, мы хотим поглядеть. Тому я ось розпочав ще більшу таку
працу. Мастак, он такой, как дитяти. Ось его что-то там поманил, ему здається, ось еще больше, тем более, что есть идеи. Я могу ось это сконцентрировать, ось отчуваю великую такую энергетичную подсилкование, какое здесь с Белоруссии, с Германии и со всего света. Тому я выбираю прикладный ось помер, в яким, ну, такие ось, ну, иные мастаки, они завсёды неяк в померах так робить. Ось, чому? Тому, как это больше свободно можно выразить ты свои думки, ты свои эмоции. Ось, и тут, когда ты уже робишь некие пластичные такие находки, ритмичные, они уже узденющие по полной программе. Это нечто будет связано вот с той, что ось, я запустил тут Global Warning, Global Warming, то есть это ось, такая гульня слов, там глобальное предупреждение, глобальное потепление. Ось, это, у этом накерунку ось, теперь я роблю ось, эту працу. То есть она будет составлять, заходить со шматликих ковалков. Думки есть, комплекционные, я уже прикладно ее вызначил. Тут у меня есть махчимость ее ладить. Тут великие ось, такие ось, просторы, где я ось, распочинаю. Все это уже комплекционно, прикладно так вызначено. Началось, там уже деталево, я это буду, это уже будет говорка об годах. Каждый год я тут где-то провожу полгода. Полгода я заезжаю на Белорусшину. Там працую в своем отеле, который находится на Немизе. Для меня вандрование, они мне надают певную такую цікавую змену эмоциональных пластов. Для моей творчества это как подпитка. Я уже ведаю, что мне потребно. Не то, что там вот, есть там некие накерунки. Там. Меня накерунки не цікавят. Я для себя вызначаю накерунок. Мне сказали, что про мои выставки, вот ты что, ну, уже больше миллиона человек прошло. Ну, это великая колькость. А кольки вот этих разошлось, этих, ну, уже кольки уже ведают. Ну, это ведают знову-таки белорусшину. Ось. Ну, и, до речи, и бараны еще летать неким чином.